Всем привет! Вчера помыла голову ржаной мукой. Вот результат на второй день. И объемчик есть. И волосы, смотрите, чистые абсолютно. Никакой ни перхоти, ничего. Остатков не остается муки. И обратила внимание, что когда мою ржаной мукой, в общем, не шампунем, тогда волосы меньше выпадают. Как-то мыла даже остатками закваски. Тоже очень хороший результат. Вот, если вам интересно, пишите в комментариях. В следующий раз покажу, как я мою или как я развожу эту муку. Вот, что я делаю, чем ополаскиваю. Пока!